Привет! Сегодня мама попросила запечь курицу. Мы замариновали целую курицу. Мы будем печь грудку. Мы замариновали ее, как шашлык. А, пахнет так. Пахнет, как шашлык. Теперь закрываем. Прошло 6 минут. Какие куриные стейки. Ох, Полечка, какая у меня поварёшка. Прошло еще 6 минут. Вау. А пахнет-то как? Мама так обрадуется, что мы приготовили. Ну, получается, за 12 минут быстренько, легко приготовили такие вот куриные стейки, да? На гриле. Класс.